Так, ладно, ребятки, Pumpkin Jack ждет. Pumpkin Jack ждет. Могу переходить к Pumpkin Jack'у. Гляньте, что у меня появилось. Ну, дополнительные же кнопки появились, поэтому можем делать так. Да, я именно это и вот это забиндил на эту кнопочку. Давай, блядь. Короче, вы поняли, да? Забыл, что у кого-то вчера финал высшей лиги по футболу был. Я? Нет, не забыл. Я жду историю. А, ты забыл, что мне похуй. Ну так. Тёма, ну рассказывай, как вы их? Нам очень интересно. Я шучу, Тём, ну ты же должен понимать, что я шучу. Просто ты меня заразил токсичность. Еще Артур. Ты и Артур, вы постарались над моей личностью, поработали, так скажем. Понял? А так... Надо, знаете, как делать? Надо так делать. Рома! Когда Сан-Андреас замочишь? И все. Ой, все. Сюда кину ссылочку можно? Не, нельзя. В Дискорд можно. Сюда не надо. Так. Мы вылетели тогда, знаете, когда... Надо весь экран себе. Ну да, я тоже подумал об этом. Мы вылетели, короче, тогда, когда я вот здесь вот проходил. Я вот сюда шел и вылетели. Но на записи сохранилось то, как я сюда запрыгнул. Взял вот эту масочку, попрощался и все. И понял, что нам еще раз ехать на тележке. На записи это все было. Так что садимся, собственно, в телегу и погнали. Я помню управление, я помню эти три кнопки, ё-моё. Это ж балдежно. Блин, а вы видели в группе у нас скриншоты стратегии про викингов? Градостроительной стратегии про древних викингов. Первая игра в жанре стратегия с подрубленным RTX. Кайфово, да? Выглядит дико реалистично. Hello, motherfucker. Hello. Блять. Как вовремя-то. Dark Samurai, как вовремя. Здорово. Ты как-то подгадал, походу. Ладно. Градостроительный, пошел смотреть. Да, глянь. Викинг. Короче, ты отстраиваешь деревья викинга, все это с подрубленным RTX. А кто-то спросил, что за RTX гейминг. Ну вот, короче, игры играем с RTX, понимаешь? Пам-п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 ам. Дело сделано. Хорошо. А ты ответить-то можешь на вопрос, типа, без ссылок? Как сказать? Ну, типа, кратко. Я сейчас не пойду смотреть просто. Блин, какая же охренительная игра, а? Вы не поверите, это одна из... немногих игр за последние годы. За 4, наверное, года или 5 лет вообще. Которую я вот играю, и мне уже жалко, что она когда-нибудь закончится. Серьезно вам говорю. А ведь она закончится достаточно быстро. Насколько я помню, здесь всего 6 уровней. И мы вот сейчас на втором.
Обычно я просто играю в игрулину, и под конец я уже такой, ну блин, когда ты уже... Вот, а эту я играю, я вот внутри меня уже печалька маленькая по поводу того, что ведь она закончится скоро. Обидочка. Так, смотри, туда проход имеется. А, ну все, единственный проход здесь сейф, масочка и торгаш. Окей, погнали к торгашу. Кайфово находить такие игры. Аминь, фрикаделька, да. Одна из немногих игр, которые пересиливает зону. Да, если честно, поднадоело мне в зону играть. Не, мне хочется в зону играть, но мне хочется на победку играть. Мне надо дротить. У меня времени дротить нету, из-за этого я больше негатив ловлю, когда захожу и проигрываю. То есть вот именно зона — это как раз одна из тех игр, в которую мне хочется играть на победку с киллами. С хорошими. Даже не то, что там топы, а вот чтобы вот прям много хороших, красивых киллов было. Легион во сколько? Вот мы качаем, как скачается. Вообще качается со скоростью примерно 10 метров в секунду, так что я думаю, через часа полтора час. Так. А, снова вы. Решили присмотреть себе новую кожицу? Хватит так говорить. Ну, почему? Кожа человеческая, свежая. Знаю, это жутко. Ну, если эксгумация и свежевание трупов — это жутко, значит, я жуткий. Это я имел в виду. Покупаете или уходите? Нет, на самом деле, покупайте или уходите. Слышь, ты чё такой дерзкий стал, а? Просто до этого ты меня боялся, а тут дерзишь вроде. Смотри, у меня два костюма. Ковбой и самурай. Дальше инспектор будет за двадцаточку. Скелет, конюк. А, и все. Ну, мне очень сильно нравится дровосек. Я хочу за ковбоя побегать. За самурая мы чуточку побегали, так что будет честно за ковбоя побегать, да? Погнали. I'm a cowboy. Тут есть что? Никаких визуальных эффектиков не хватает с этими костюмами связанными. Так, засейвиться нужно, сохраниться. Ём. Так-то лучше. Бью баклуши. Так-то лучше. Конюк крутой, похоже, будет. Если ты же дорогой, не факт. Здесь все на вкус. Допустим, мне дровосек нравится. Я бы с дровосеком тупо бегал, потому что клетчатая рубаха красная. Камон. Также. Хлычки, будьте любезны. Самурай тыков Джек, да, тут есть такое. А ты написал, как там играть или нет? Если написал, то ну окей, я и так хотел проигнорировать. А если нет, напиши, мне еще игнорировать надо. Ништяк. Жопный рандом немного подставил. Если бы нам первую игру не поставили, самыми жесткими парнями заняли второе место по России. А так вот первую игру проиграли 25-14, а вторая изи была для нас 6-28. Так что третье место по России в высшей лиге, а второе место у Спартака, у которого ни одной победы в сезоне, кроме полуфинала. Ну, тактически вас забили, да, значит? В марко-битве. Макро. Марко. Что? Марко. В макро-битве загасили вас. Я понял. Вы все равно умнички. Прям всем передай. Мы респектуем вам. Вы молодцы. Так, ну здесь мы маску взяли. Я так полагаю, больше-то и нету, да? Вроде ничего не видно такого. Марко, да. В полубитве. Хочу посмотреть этот сериал. Говорят, он очень дорогой. В том плане, что дорого. Дорого-богато снято. Заплатили за него дорого-богато. Но, блин, там всего два сезона. Он типа, ну, его не продлили. То есть не факт, что закончено.
Ох. Послушай меня, Джек, ибо в третий раз я повторять не буду. Уходи, пока еще можешь. Я не боюсь призраков так-то. Тебе же хуже, Джек. Нет. Слушай, если бы ты меня не боялся, ты бы меня вышел навалял. О, уже, господи. Это было страшно. Ой. А я походу... Ой. Я походу зря это сделал. Немножко лагануло. Немножко, чуть-чуточку лагануло. Юбилей капы. Поэтому капа золотая теперь. Капа голд. Все, ништяк. Вот и масочка. 16 из 20. Так, я все еще побаиваюсь чем-нибудь там пропустить. Все поджег. Ну, я так сдалека смотрю тот маршрут, который мы прошли, и ничего не вижу в плане масок. Так что, скорее всего, все чики-пуки. Попридержи коней, Джек. Ууу, красота. Для справки, этот призрачный дурень очень меня пугает. Для тебя и высота пугает, птица ты дурная. Ага. Так, ну мне по идее туда. Но ведь можно и сюда. Значит, схожу сюда. Вот, получу ништяк. Типа было очевидно, что он тут. Разве нет? Йоу. Так, о, глянь, смотри, можно. Вот, тоже. Могли упустить. Вот это уже было неочевидное расположение маски. Я мог просто тупо не заметить вот этот спуск и пропустить масочку. Отлично. Так, здесь мы будем опять взрывать все. Новая контрольная точка. Кстати, масок сколько осталось? Две, да, по-моему, найти. Васька, здорово. Так-то лучше. Ну а кто спорит? Да никто не спорит. Ну да, сейчас будем прыгать опять. Слушай, а мы уже ачивку получили за то, что все подорвали. What the fuck? Ну окей. Здесь же масок нету на таких уровнях, правильно? Так. А может тебе надо... Ну да, тебя надо поднять, походу, да? Так, лол, подожди, а как мне тогда потом? Я был неправ. Блин, а бомба там же осталась? Ну, ляха-муха. Как мне ее... Я ее физически могу толкать. Окей. А, вот так вот можно сделать. Она не бьется, она издевается надо мной. Окей, ладно, сделаю так. Я крутой. Так. Хорошо. Ага, понял. Точно уровней? На уровне нету масок. Вроде нет. Дрон, здорово. Что-то я давно к тебе на стриме не залетал. Все время либо занят, либо на работе был. Вот, я даже твой ник не помню, чувак. Да, видать, давненько. Ну, круто, что ты тут в любом случае. Так, подождите. А ячак где? Ячак. А, я вижу ячак.
Ай, дурная твоя тыквенная бождобень. Ну, я сейчас поспешил, да, за косяк зацепился. Блин, первый такой уровень я с первого раза прошел. Ну, то есть, именно не первый, в принципе, обучающий, а первый с бомбой. Так не хватит же высоты, да? Ну, да, это явно не то, как надо проходить этот участок. Окей. Кажется, я знаю, как надо его пройти. Последний раз на Одиссее был. Ну да, давненько это было. Ура, я вот подзабыл ник. Well play, good game, easy. 26 месяцев ты с нами. Реально easy получилось, чувак. Спасибо тебе большое за компанию на протяжении такого долгого времени еще. И с финансовой поддержкой не падай, бомба, пожалуйста, я тебя молю. Все, отлично. First try, все дела. Либи Фройнд. Вот уж кого я точно давно не видел. Как дела, моя маленькая подружка? А, подожди, не маленькая. Любимая, да? Либи, любимая. Я так подумал, нет смысла уворачиваться, потому что хп мне хватает. Ну, то есть восстанавливаю я изи здоровье. Мы на коне, а не в болоте. Так, скоро будет босс. Ух ты. Так, да, я вижу, что здесь тоже ништяк. Отлично. 20 масок есть, ребята. Все хорошо, Дим, потихонечку работаю по вечерам, вот на фоне смотрю стримы, потому что работать приходится и дома, вы там как, не болеете? Болеем, кобздец, вот сейчас вот прям совсем тяжко. Ева сначала слегла с воспалением каким-то непонятным в районе живота. Только мы начали его подлечивать, оно вообще ни разу не прошло. Она, к ней вернулась старая болячка с зубом. Жесть. Которую не вылечить без операции на 4 часа. Ну, то есть вырезание этого долбанного. Садимся, едем, ё-моё. Вот. И только вроде как что-то маску купили, что-то начали подлечивать. Алис тоже что-то подхватила. Короче, что-то со здоровьем, да. У меня с плечом непонятное, но нон-стопом болит правое. Я иногда вверх поднять не могу. Уже на протяжении месяца, наверное. Непонятно вообще, что. Вот. Такое себе, короче. По здоровицу, но в целом все более-менее. Осень пришла, самое противное время болячек. Я люблю осень, обожаю его. Болячки сейчас вот, которые были, они не связаны с временем года. Вообще в массе, конечно, да, хандра очень часто приходит именно осенью. Так, ништяк, отлично. Ну, слушайте, масок, ну все, босс, да, маски все у нас. Потому что проходить, ну, нет смысла дальше идти-то.
Ни шагу дальше, ты обречен. Ты пересек черту, а я тебя предупреждал, Джек. Я здесь, перед тобой. Если хочешь избавиться от меня, то будь готов получить по лицу. Подходи, Джек. Ну, погнали, чувак. Полетели. А первый босс с первого раза. Тут у нас что? Полезно против меня. А, смотри, 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 смотри. Эти штуки на самом деле отличное лекарство. Отличная хилочка. Карта уменьшается. Зараза какая. Сам убивает. Он сам их убивает, обалдеть. Ну все, до свидули, да? Это третий. Финальный? Не, еще разок? Нет, Джек, что ты наделал? Да, это был финальный. Изи, бой. Охотник на че кого? Охотник за привидениями, убей фантома, охраняющего древний рудник. Есть. Контакт. Отличная работа, Джек. Твое тело здорово прижилось. Мне с такими справиться раз плюнуть. Правда? Да чем тебя в детстве кормили? Да-да, все это увлекательно, но шевелите крыльями, мы здесь не просто так. Если я не ошибаюсь, однажды эта гора была домом могущественного племени волшебников. Возможно, они оставили эту скрижаль в качестве последнего завета. И это все? Я проделал весь этот путь ради камня с какими-то надписями? Это скрижаль или обелиск? Мрачные времена для человечества. Должен быть призван защитник. Побыстрее нельзя? Может, за очками в гнездо слетаешь, а? Да-да, теперь понятно. Амулет тлеющего пепла... Одно название уже наполняет меня силой. Последняя строчка неразборчива, но, используя силу этого амулета, защитник человечества сможет снять проклятие дьявола. Какие-то камни, какие-то украшения, во что я только вляпался. Так, возможно, я что-то упускаю, но где находится этот амулет? Он прямо здесь. В чем дело, птица? Где эта штуковина? Ее уже нет. И это к лучшему. Это чё за карпы? Говорящие птицы, те еще говорящие мечи. Да за что мне это? Признаю, это очень интересно. Если ты еще не заметил, тут все пропитано волшебством. Теперь понятно, почему люди бросались друг на друга ради этого амулета. А ты, тебе придется за многое ответить, обманщик. О,
Это возмутительно. Да как ты смеешь, чертова булавка? Если ты называешь этот позорный бой отличной работой, то я сомневаюсь в твоей наставнической компетентности. Ты тыквоголовый. Кто ты? Я Джек, и ты мне уже нравишься. О, ты славный. Если собираешься сражаться, сперва научись делать это правильно. Я тебе в этом помогу. Погоди. Вы что, не слышали, что кто-то забрал амулет? Кто? Полегче. У меня от твоего крика сталь завибрировала. Пришел твой друг и забрал его. Видимо, вы отвлекали этого жуткого фантома, пока ваш друг добирался сюда. Наш друг? Приветствую! Кар? Да, я про него. Я полагаю, вы друг друга не знаете, да? О, я знаю достаточно. Так ты и есть тот изгнанник, защитник которого дьявол отправил за мной? Честно сказать, я разочарован. Выходи, трус. Не получится. Меня тут нет. Я немного задержался, чтобы посмотреть на ваш бой с моим помощником в руднике. Очень занятно. Отличное было представление. Я с радостью повторю это представление. Всего-то нужно кожу с твоего черепа содрать. А потом я вырву этот амулет из твоих холодных мертвых рук. Мы еще посмотрим. Амулет необходимо изучить, чтобы раскрыть его потенциал. Возможно, ты захочешь присоединиться ко мне. Мы можем вместе снять проклятие силы амулета. Этот тип меня сильно пугает. Он оставил невинного духа на растерзание, чтобы посмотреть на ваш бой. Может, я злой и работаю на дьявола, но вы, голубчики, настоящая мразь. Голубчик. Подумай о моем предложении. Мне столько всего хочется о тебе узнать, Джек. Ну, все, теперь это личное. Такая игра бы очень зашла на новогодние каникулы. Да, есть такое. Так, у нас новая пуха, короче. Ты теперь настоящий Ghostbuster. Да. Великого Джека, мастера обмана, наконец-то обманули самого. Обнаружив скрижаль в сердце горы, Джек узнает, что он опоздал. И хладнокровный волшебник, защитник человечества, заполучил могущественный амулет и продвинулся на шаг ближе к захвату дьявольской власти над миром и снятию проклятия. Но у наших горемычных героев по-прежнему есть надежда. На грандиозную битву Джека с духом, плененным волшебником, обращает внимание волшебный меч, обещающий сделать из Джека великого мастера боевых искусств. Чтобы нагнать врага, Джек и его спутники стремительно покидают гору. Ведущему в глухой лес, я отвлекся на чат. Можно просто так сделать и все. Да? Да. Смотри, я типа теперь летаю. О, вот это прям реально. О, я парю теперь, гля. А над водой тоже парю? Сука, тупая ты. Великий Джек не справился со своей задачей 5 раз. Ну это тупо. Открыть инвентарь. Да нафига, я буду с мечом драться. Джек, я стану твоим наставником по убийствам. Открыть инвентарь. Да не хочу я открывать инвентарь, я хочу всех бить этим мечом. Отстань от меня. Делин. Парить над водой не обучен. Да. Богом забытое место. Бля, смотри, такое ощущение, как-то сюда можно забраться. Ну, ё-моё. Забраться не дают в итоге. Обида, конечно, обида. О, хрена себе, я, кажется, сову убил. Извините, пожалуйста.
Ну, здесь мелководье какое-то, по которому я могу с основной карты свальнуть, хз. Да, я не в восторге от этого места. Совы, болото несовместимы. Мы с терпением тоже несовместимы. У тебя есть 10 секунд, чтобы объяснить, почему я здесь. Пыч, Джек, ты не доверяешь своему верному компаньону? 8, 7, 6. Джек, я твой куратор, прояви уважение. 4, 3, 2. Ладно, Люцифер всемогущий, вот ведь упертый ты грубиян. Мне удалось отследить волшебную энергию портала, созданного волшебником. Эта энергия привела нас прямиком к этому болоту, вот и все. Значит, есть шанс, что волшебник здесь. Вот. Разве было так сложно сразу сказать? Ой, да заткнись ты. Заткнись, на. Не получилось. Так, анимация у ворота осталась. Интересно, вот при анимации у ворота... Не, я все-таки падаю при анимации у ворота! У ворота! Это было тупо. Мрняу! Тут явно произошло что-то плохое. Да, бойня здесь была. Чё? А корабль как сюда заплыл корабль, вообще непонятно. Видимо, не всегда тут болото было. Ну, блин, тогда бы дерево прогнило, если бы этот корабль долго бы тут находился, правильно? Очень странно. Очень-очень странно. Погоди, похоже, мы не одни. Лол, стопэ, смотри, разветвление какое. Туда можно и сюда. Ну, походу, сюда можно, а туда нужно все-таки. Лалочка, копалочка, ну-ка. Да, сюда можно, а туда нужно, все верно. На кой черт ты мне тут нужен? Какие люди? Мой любимый покупатель. Слушай, я тебя ненавижу. Ты мой любимый покупатель, потому что других у меня нет, алло. Тебе повезло, что товар у тебя хороший. Моя мама также говорила, когда я работал в кондитерском цеху. Так у меня нет масок больше. Очень тупое место для торговца. Его надо было под конец ставить. Хотя бы, когда в теории можно было бы 20 накопить еще на инспектора. Конюк. Может, с конца начнем? Конюка возьмем, хз. Хотя, ну, в целом, можно у него взять и одеть этого, как он. Самурая. Все, ладно. Будем самураем. Парящий самурай с тыквенной башкой, с помощником вороном и филином, а также летающим мечом у правой руки, готов покорять болото лесистые и мясистые и справляться с духами и черепками. Идеальная игра. Бешт. Так. Как вообще так получилось, что я чуть не упал? Вроде масок нету, я не вижу здесь ничего. Я, конечно, могу быть неправ. Вон маска справа есть. Старание пять, но твое исполнение оставляет желать лучшего. Слышишь, это ты машешь. Ты что-нибудь сделал уже давным-давно? Че ты? Воняешь только, ходишь.
О, помните, я год назад, когда Гарри Поттера проходил, я вам сказал, что я фильмы смотрю. Помните, когда я прошел Гарри Поттера, я сказал вам, что я так и не посмотрел последний фильм. Помните? Я сегодня посмотрел последний фильм, всего лишь год прошел. Круто. Сегодня марафон закончен по Гарри Поттеру годовой. В смысле, как тебе? Я уже раз 40-й посмотрел фильм, если что. Я 3 раза книги читал. Ну, то есть 1 раз я их в аудиоформате слушал. 2 раза читал, 1 раз в аудиоформате слушал. И очень-очень много раз пересматривал фильм. Мне так нравится, как, когда он получает урон, он делает кайфовый звук очень. А вдруг есть какая-то таки ачивка за количество подожженного всякого? Там маска. Зачем вот эта штука здесь? Понимаю. Теперь я понимаю, зачем они тут. В целом, конечно, развод прекрасный. Но я же брал ту маску, правильно? Она же просто полупрозрачная, верно? Да. Нравится же, что я эту маску тоже взял. Ну да, считается. Мир был спасен 7 раз. И ведь подтянуться получилось в первый раз, да? Я не знаю, зачем я делаю. Это усложняет мне жизнь немножко, но совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть-чуточку. Эу. Первый раз, конечно, красивее получилось. В этот раз, конечно, я зафейлил. Кричит. Такой тигр, Джек. А Джек тигр. Я видел маску в той стороне. Ау-ау-ау-ау. Тигр, лев, тигр, лев. Вот так, Джек, работай кистью. Да не молот так-то он уже, чтобы кистью работать. Да и тело не его, противно.
Наверное. Зачем? Вот зачем? Хрен его знает, короче. Как думаете, после следующего босса тоже будет пушка какая-то? А, ём, пёрный карась. Тупо с обратной стороны зашел, получается, окей. Сойдет. Так, насколько я понимаю, туда я сейчас как раз и попаду, да? А наверху нету ничего, там масса каких-нибудь. Бомбардии Киргуду, там, вот оттуда я пришел. Тык-тык-тык-тык-тык-тык, сюда. Там взял маску, сюда взял. Блин, это посложнее локация в плане ориентирования на местности. Ого, сначала призраки скелетов, теперь призраки деревьев. Что дальше? Призраки камней? Нет. Дальше призраки призраков, конечно же. Миллиган, привет, как дела у тебя? А чё за... Чё за дикое искажение в этом? Что? А, это призраки деревьев. Чёрт. Мне же уже сказали, лол. Опять торгаш тут. Блин, мне кажется, я что-то пропустил. Прям вот, вот прям кажется. Ладно. Ты кто? Так-так-так, новое лицо. Встретить здесь новых друзей — это всегда приятный сюрприз. Кто ты такой? Куры — это от Артура из Уфы с любовью? Не знаю, из Уфы Артуров никаких. Привет ему передавайте. Кто ты такой? Я местный торговец, меня зовут... Я не спрашивал, как тебя зовут, я спрашивать не собираюсь. И спрашивать не собираюсь. А, ладно, а ты кто такой? Меня зовут Джек. Я выслеживаю гнусного волшебника в этих болотах. Ты сказал Джек? Тот самый Джек? Зависит от того, о каком Джеке речь. Какой гениальный разговор. О том Джеке, который обхитрил дьявола не один, не два, а целых три раза. Ого, не все помнят о третьем разе. Да, старина, я тот самый Джек. А, прелестный день, ура! Она будет счастлива. О чем ты, старый хрыч? Да ни о чем. У меня запланировано одно мероприятие. Прошу, найди меня снова. Думаю, я могу тебе помочь. Хорошо, что не сделаешь для поклонника? Можно тебя убить, нет? Можно еще раз поговорить? Так-так-так, ну, ясно. А у вас склероз, батенька? Оказывается. Я очень хочу граммофон найти. Мне нужен танцующий Джек. Срочно. Ништяк. Прям сойдет. Не. Не доверяю я ему. Да по херамба. Целом-то. По херамба. Блин, я реально боюсь на этой локе что-нибудь пропустить. Вот смотрите, вот наверху. Есть маза, что наверху что-то есть. Да походу нет. О, господи! А чего вас так много-то вышло?
призраков скелетов легко по костям разобрать, но их так много. Да кошмар, как много понавылетало так-то, да. Я думал, можно туда запрыгнуть. Это реально такой байт опять был. Прыгай, щенок. У тебя получится. Блин, сейчас опять файтится с ними. Но это опять же, мне кажется, что туда можно залезть. Наверное, зазря, мне так кажется. Fuck the shit. Ну, по идее, мне туда наверх, 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 и в ту сторону. Давайте сходим в эту сторону сначала. О, здесь масочка, отлично. Сойдет. Сойдет, 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 сойдет. Гля, сюда тоже можно залезть? Вообще красота. Ну, типа, можно было оттуда... Можно было отсюда. Все получилось как нельзя лучше. Это массовая атака. Она очень крутая. Она очень сильно решает. Бахаем. Иди сюда. Как ты сразу не сообразил, могу поздравить с новой клавиатурой? Да, спасибо. Спасибо. Нужно теперь уши взять. В каком фильме действие происходило в Йоханнесбурге? Чат. Не думайте, что в меня ведущий викторина сейчас какой-то вселился. Просто мне нужно знать срочно. Чё за Клава? О, Максим, здорово. Microsoft Ergonomic 5000. Мне 4000 нравилось. 4000 не продается уже нигде. Так. Как? Охренительно, для рук прям волшебно. Но она для слепого печатания, она не предназначена для того, чтобы на нее смотрели. И нет там подсветочек всяких такого темы. И надо привыкать к тому, что она эргономичная. Она не вот такая, она вот такая. Вот такая даже. Вот, но я говорю, я помню, я недели полторы мучился с 4000 с лишним. А сейчас Microsoft 5000 взял... Я буду также недели полторы мучиться, но по примеру с 4000 потом с другой клавиатурой я не смогу сидеть. Девятый квартал. Там было в Йоханнесбурге. Серьезно? Ты уверен? Так, а теперь вопрос, похожий на вопрос викторины. Точнее, не похожий на вопрос викторины. Какого хера этот город в моей голове? А, не ждали? Знакомы с тем, что не выпускают что-то. Мой любимый геймпад уже не выпускают. Хотя новая модель тоже хорошо показывает себя, но внешне было красивее. Мне тот тоже внешне больше нравился. Это что тот с
серебряными вставочками такими. Вот, ну ничего, к этой тоже привыкну. У этой зато подушка для рук удобная, она немножко приподнята, а та была на сгибе вот таком, на спуске точнее. И чтобы ее поднять, нужна была подставка, но подставка слишком большая. У этой и так приподнята подложка под кисть, но есть еще и подставка, если понадобится. Мне главное запомнить, где какие клавиши тактильно, чтобы руки привыкли, и все. Ну я думаю, недели полторы-две, и все будет ништяк. Руке очень комфортно на ней. А это самое главное. Самый крупный по численности жителей город в Южной Африканской Республике. Ася нам там рисуночек свой показала, так что чат ты можешь заценить в нашем дискорде. О, ништяк. Я тоже заценю потом. При переходе от этой игры к Легиону, если не забуду. Че? Я здесь забыл. Я пытаюсь понять, куда идти. Ну, то есть идти туда, но можно ли мне наверх? Походу, нельзя. Походу, я здесь все взял, да? Надеюсь, что да. Попридержи коней, Джек. Сука, чё ты отвлекаешь меня? Коза, не ворона, блин. Только не 9-й квартал, район номер 9. Да, район номер 9, да-да-да. Ну, я о нем же и подумал. Я об этом фильме сразу же и подумал. Бломкампа. Придержи коней, Джек. Кстати, сейчас народ уже собрался, уже могу озвучить. Спонсором нашим является World Warships, которому исполнилось 5 лет в сентябре. Вы можете по моей ссылочке зарегистрироваться там и получить ништяки. Огромное количество внутриигровой валюты, несколько прокачанных уже кораблей и еще больше ништяков. Плюс почти полтора месяца премиум АКА. Это просто карст. Не почти, а полтора месяца, 45 дней. Это просто жесть, как вкусно. Поэтому если вас интересует эта игра, интересует кораблик, интересует чил и морские сражения по сети в том числе, то обязательно регайтесь и смотрите. Вторым нашим спонсором является Доминус. И я хочу сказать спасибо человеку, который уже сделал там заказ. Просто ништяк. Мне очень приятно. Да, если хотите покушать, заказывайте пиццу и всякие другие вкусняшки, ништяки в Доминус. Главное, проверьте, чтобы они до вас доходили. А там вообще космические скидоны. 38%. Если вы там еще ни разу не заказывали, есть промокод. Знаете, где найти. И 35% скидки, если вы делаете повторный заказ. По-моему, это волшебно. Я везде видел только там 15-20% максимум. А тут 38% и 35%. Так, теперь гляньте сюда. Про World of Warships, ну как бы это и так понятно, но важно уточнить. Ништяки получают новая регистрация, новый зарегистрированный аккаунт. Имейте это в виду. Ну и кстати, готовьтесь, скоро я в него пойду поиграть. Что меня делать не заставляют, как я говорил. По контракту я вообще в очень вольных условиях. По договору никакого контракта нет. Я в очень вольных условиях нахожусь, но поиграть я туда залечу. Так что было бы прикольно, если бы мы отрядиком зашли туда, как в Сталкач. У нас тут новый претендент на пенсию. Кто? Ася? Ну, ее смутило возможное появление Батаси. Ася, не бойся, тебя не заменит никакого бот. Никакой бот не в состоянии просто делать то, что делаешь ты, Асечка. Так что вот это вот... Я что, хуже собаки? Оставим в Карлсона. Засейвюсь еще раз, не знаю зачем. Опять этот хрыч, смотри.
Ну блин, вот козел. А, Джек, вот и ты. Ну это, кажется, босс этого уровня, да? Я так рад, что мы снова встретились. Хочу рассказать тебе о моей жене. Ой. Она боготворит тебя уже многие века. Я два раза случайно прожал кнопочку. Она твоя самая преданная фанатка. Продолжай. Мы женаты уже 343 года, и она всегда восхищалась твоими свершениями. Мы проводили бесчисленные вечера, обсуждая твои подлые выходки и твое коварство. Она могущественная ведьма, а я собираю ингредиенты для ее величайшего отвара. Ведьма? Она может мне пригодиться в битве с волшебником, я бы с ней поговорил. Уверен, она с радостью поможет, но сперва я должен найти ингредиенты. Если ты найдешь нужные ей грибы, я отведу тебя к ней. Зачем? Почему ты просто не скажешь, где ее искать? Ну, только этот конь сможет доставить тебя к моей жене. Поедешь на нем, если найдешь грибы. Эх, чертовы курьерские задания в видеоиграх. Ладно, я соберу твои дурацкие грибы. Премного благодарен. Я останусь здесь и буду ждать твоего возвращения. Чат, ты почувствовал? Сломалась четвертая стена. Чат! Вот вам и воу. Ася хочет замену. Блин. Заразил Дарамир ее. Понятно. Нужно пересобирать стак модераторов, да? Судя по всему. Так, нам налево за грибами, потом возвращаемся и на лошадочке. Правильно? Ну, ладушка. Лучше грибов ничего нет. Мы ели их, когда были птенцами. До сих пор обожаю. Кайфово, чё. Так. Хрена себе, здрасте. А! Ну да ёп! А что за подстава такая дикая была? Она что, на время, что ли, появляется или что? Я теперь не понял, они на время или они исчезают, когда я прыгаю на них? Да, они на время. Тупо на время. Стопы. Песто. Я хочу... Невесту. Так, давай попробуем запрыгнуть налево. Туда вот наверх, видите? Варик. Мне кажется, варик. Раз. Два. Два. Три. Сара-з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 а-
ничего, по идее, нету. Ну хорошо, по идее, нету. А как там оно на самом деле, а черт его знает? Здорово. Я так и так туда, получается, попаду. Даров. Ихо, вверх. Юху, ты, блин, определись, ты любишь или не любишь высоту? Алло. Так, ну теперь я переживаю по поводу того, что я сюда пришел, потому что мне кажется, я зря сюда пришел, потому что, вон, видите, маска. Начинал я отсюда. Так, еще раз попрыгаем, если что. Значит, пришел я отсюда, по грибочкам. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. По этой штуке можно забраться туда, направо, наверх, окей. Но здесь же есть еще вот такая вот маза. Поворот такой. Правильно? Я боюсь пропустить и граммофон, и маски. Я очень хочу все костюмы посмотреть. Ну, масочка тут в натуре имеется. Ну, это отлично. Десятая, между прочим. Хорошо, что дальше не пошли. Так, а граммофончик? Граммофончик будет сегодня, нет?
Все, готов прыгать. Давай, Блэк Рик, спокойной ночи тебе. Спасибо большое за компанию. Бау. Бау. Бамбино. Бамбино мио. Бау. 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 Отлично. Просто красотень, да и только. Так, ну подожди, я уже... Я зря нажал, я еще не осмотрелся. Еще не понял, можно ли куда-то еще свернуть, спрыгнуть. Вроде как нельзя, черт знает. Вот смотрите, есть маза налево пойти, да? Во, отлично, взять маску. Полетели, говорит, дурную что ли совсем. А теперь прыгаем сюда. Чипых. Ау. Ау. Как же страшно, блин, когда он горит почему-то. Ведь урона немного получаю, а страшно все равно. Там вроде нет ничего. Так, ну хорошо. Я смотрю, по лаунчеру практически скачался. Вот жду, кстати. Ну, вот час прошел, как я говорил. Так, так-то лучше. Засейвились. Понес... Ух, красота. Понеслась. Блин, вот этот уровень пройдем, и все, и пол игры уже все. Понимаешь? Так и хочется пуститься в пляс. Желторотый ананас, так и хочется пуститься в пляс. А что мне надо сделать-то? Еще раз. Ништяк. Че меня всем чатом будет? Ну, потому что ты Арти. Посмотри на свой ник. Ты Арти. Композитор. Композитор, ачивка. Поняли, как они играют словами? Как они это делают божественно? Я теперь, между прочим, композитор. А вот и гриб. Ой. Ой, не то сделал. Прекрасно, Джек. Теперь неси все мне. Ха-ха-ха. Гигу-гугу. Гигу-гу-гу-гу. Ха-ха. Погоди. А вдруг здесь где-то маску пропустил я? Не, вроде не пропустил. Полетели. Блин, все они умеют, что ли, порталы делать? Тоже хочу порталы делать. Если ты мог портал туда сделать, зараз ты этакая, мог бы... Сразу сделать портал туда, ты. Вот. Просто прелесть. Впервые за многие годы я вижу настолько прекрасный гриб. Спасибо, Джек. Несомненно, легенды о тебе не лгут. Да-да, знаю, великолепен. Теперь давай коня. О, конечно, он хорошо знает путь. Садись на него и скачи. Лошадка, задела! Но пошла, но пошла. Ой, я лечу. Я прыгаю, я бегу точнее. Это, конечно, зря. Какая кайфовая игра. Классная музыка. Я не знаю, мне нравится. Я когда такого включаю, в комментах потом на YouTube пишут. А стример что? Больной что? А
я такой... Да? Я по... А, я только сейчас заметил. Я по небу бегу. По воздуху бегу я. Он бежит по воздуху. Тогда вопросы у меня есть к этому коню. Почему бежать именно в закрытые стены? И кто закрывал эти стены? Неважно, ладно, не думаем. Просто не думаем, окей? Все, прибежали. Нет? Нет еще. Хорошо на этих уровнях, не надо там ловить всякие маски. Реально хорошо. Ну, то есть... Прям хорошо. Ой. Я не знал, куда идти, куда бежать. А вот и финиш, да. Прям реально пометили как финиш. Ихо. Эй, куда ты исчезла, коняшка? Призрачный гонщик, ачивочка. Ну вот. Лошадки и след простыл. Ну, ё-ма. Так, ну по идее мне, конечно, туда. Но здесь это есть еще маза пройтись по мелководью в правую сторону. Да, попробую. По корняшкам. Я понял, я сомневаюсь, что нам можно туда было. Очень сомневаюсь. Ну, ладно, раз я здесь рисуюсь, я подумал, мне заново на коняшке бежать почему-то. А, не, эти корни, они... являются просто текстурой, без коллизии. Ну, вроде сейв только сейчас, но сейв был и так. Меня пожалела игра. Я вот и говорю, что сейва вроде не было, почему меня скинули сюда, а не коняшки. А вдруг у меня был план? Ведьма, живущая на болоте, классика. Вдруг мой план заключался в том, чтобы... снова покататься на коняшке таким образом. Есть. Тебе еще столько вам предстоит научиться, салага. Да пищев ты. Так-то я крут. I'm best of the best of the best of the best. Цигин. Эй, люлю. Так, мне направо. Есть ли здесь варианты какие-нибудь другие? Нету. Ну, что-то Rome Total... Ой, Rome Total War, что? Son of Rome. Вспоминается. Фу, ё-моё. То есть, получается, даже если бы я не с гриба запрыгнул, у меня была бы маза прийти сюда с этой стороны. Ну, в целом, удобненько. Продумывают. Бах! По башке! Мостом разводным. Упс. Так, маска уже взята, ее повторно брать не надо, как мы поняли. Вниз вроде тоже никак не пройти, никуда не упасть. Но, видите, здесь как бы не то чтобы сложно пропустить маски-то. Они вот в целом-то видны. Всякие такие проходы. Вот зачем я вниз упал? Проверить просто.
Вот, но тем не менее, я уже разок пропускал в демке. Я ни граммофон не нашел там. Ни маски все не собрал. Торговца даже не находил. Не факт, кстати, что он был там. В демоверсии. Но тем не менее. Попридержи коней, Джек. Опять этот боится высоты. Это я, походу. Этого могло и не быть, демоверсия. Думаешь, там... Нет, там по-любому должны были быть все маски и граммофон, потому что сейф сохранялся, сохранение оставалось, и ты волен был продолжить сюжет при приобретении игры. Так, опять сейчас за грибами пошлет. Джек, вот и ты, друг мой. Да-да, чего тебе опять нужно? Дело следующее. Помнишь тот гриб, который ты нашел для меня? Не пойми неправильно, он идеален, просто его недостаточно. 10, 9, 8... Погоди секунду, о великий Джек. Мне лишь нужен еще один гриб, потом я приведу тебя к своей жене. Можешь даже снова оседлать моего коня. Что скажешь? Поможешь ли ты глупцу, пытающемуся быть мужем, которого заслуживает любовь всей его жизни? Ладно, это последний раз, иначе ты не жилец. А вдруг так и будет? Он попросит у меня третий гриб, и Джек такой: все, иди сюда, и начнет его херачить, и это будет босс. А потом ведьма выйдет, так: ах ты, сука, и начнет херачить меня, и это будет второй босс. Или типа я убью этого чувака быстро, а жена выйдет, так: ах ты, сука, и станет единственным боссом. Может такое быть? Мне кажется, может. Нельзя просто сесть на коня. К сожалению, нет. Хотелось бы, да? Но на самом деле нет. Мне бы не хотелось, я хочу все масочки. Хочу все увидеть и хочу получить все маски. Зараза какая, смотри. Камбуха грибочков сейчас будет, а? Умные какие. Давай. Давай, включайся. Чип их. Так, теперь... Какой навязчивый запах жареной картошки в окно стучится. Ко мне. Так, теперь... Внимательно... Блин, я из-за того, что посмотрел в окно на картошку, я забыл, откуда я пришел. Черт. Походу, оттуда... Обязательно схожу к вам. Ну, туда мне надо, так что да, пойдем сходим. Он был так близко. Картошка происки волшебника того не слушает чарующий зов. Я не могу, он так близко. Тоже. Как и граммофон. Так, ну мы, короче, не пропускаем граммофон ни на одном уровне.
Кайф. О, да. Ихо, бэби, ихо. Аж меч стал. Класс. Ну ладно, я тормознул со стартом, так что дождусь. Кувырнулся. Кувырнулся. Кувырнулся, блин. Ясно. Вот так, Джек, работай кистью. Опять ты про свою кисть, ё-моё. Раз, два, три, четыре. Кобзда. Сейчас мне придется кистью-то поработать. Ладно, давай смотрим. Раз. Два. Три. Четыре. В целом я согласен, что очередность должна быть именно такая. Раз. Класс. Трис. Четырис. Пошел. Ништяк. Так, а ничего ли я там не упустил, ли? Какой он странный все-таки. То боится высоты, то нет. Я не понимаю. О, здрасте. 16-20. 16-20, точнее, 16-20, чё? Кажется, скачались псы, ребят. Ой. Но я дойду уж тогда этот уровень. И пойдем. Песик. Новая контрольная точка. Эй. Так ты лучше. Чё, весь легион? 30 с лишним гигов без HD текстур, 50 с лишним с HD-шками. Дан-дан-дан-дан. Сука. Ну нет уже здесь больше масок никаких, правильно? Он идеален, прекрасно, Джек. Принеси его мне. Ха-ха-ха.
очередной потрясающий гриб, превосходно, Джек. Ладно, мы закончили собирательством заниматься, а? Да, конечно, конь твой. Можешь скакать на нем в самые далекие дали. По твоей манере общения смею предположить, что друзей у тебя нет. В смысле, далекие дали, алло. Я к жене твоей. Ау! Я думал, он, ну, поверху пройдет. Сложно было понять, что прыгать надо, если честно. Я вот думаю, когда ворон себе клюв отобьет уже наконец. Здесь вообще проиграть можно? Или нет? Ау, да опять ты, слушай, ты по воздуху бежишь. В чем проблема, дядь? Проверим. Не, не хочу. Ихо! Гля, уровень, куда он меня прискакал. Именно чекпоинт на финише очень сильно похож на тот, что был ранее, да? Что ты какая? Ну, вроде нету ничего. Жизнь ноли мы проиграем. Ну, я имею в виду на коне, там, типа, ну да, там обо все надо биться. Чтобы усраться. Блин, это картошка с луком, грибами и, кажется, мясом. Это просто... Да что вы так со мной, соседи? Я же в последнее время даже не кричу. Здесь пойду картошку делать, блин. Грибов пока нет. Ништяк, 18 из 20. Ты не любишь грибы, Ноки? Не, я обожаю грибы. Я кайфую от грибочков. Погоди, ну я отсюда пришел, да? Взял здесь маску, подрался с ними, взял тут маску. Да, вперед только идти, и все. Фрикадель тоже не любит грибы? Блин. Ну, бывает такое, что. Слушайте, а знаете, а кто-то картошку жареную не любит? С чем угодно. Anyway. Вот, все равно все крутые. Так ведь. И я грибы не люблю, лисички, разве что. Я сейчас забаню вас нахуй всех. Я хотел быть человеком, а вы меня бесить начали. Я шучу. Не уходите, пожалуйста. Так, а маска где? А, вон она, маска. Отлично, я знал, что... На самом деле не знал, но маска оказалась реально тут. Нормас. Yeah.
Не, ну людей, которые не любят картоху, не существует. Существует еще как. Есть даже места, в которых, в принципе, картоху не завозят. Она там... Ее там не выращивают, ее там не завозят. Туда не завозят, точнее. Это не значит, конечно, что люди там не любят картошку, но, как факт, места, где ее нету, даже имеются. Ой-ой. Сейчас немножко подлагало, да? Опять лагает. Я вижу подлаги. Они всегда были или чат, или нет? Лагает, да? А было так всегда или нет? Сейчас так. Понял. Понял. Я знаю, из-за чего это. Компьютер готовится уже Watch Dogs Legion запускать. Ну, выключаю всякого. Что включено? А, ну и плюс ко всему я же захватываю через рабочий стол. Все вроде, да? Какое ощущение, как-то тупо в этом месте лагает. Контрольная точка. Все нафиг спалил. Да, все отлично. Сука, засмотрелся в чат. Как-то лучше. В смысле лучше? 15 раз уже умер, алло. А сколько у меня, ребят, масок? 19 или 18 или сколько? Просто мне кажется, я все-таки пропустил. Где-то что-то пропустил. Ты должно быть Джек. 19, да? Откуда ты знаешь мое имя? Пародия на Гандольера. Тут новости разлетаются быстро. Мне уже заплатили за то, чтобы я доставил тебя к ведьме, но чаевые все равно приветствуются. Сначала летающие лошади, теперь лодочник-вымогатель. Чё дальше? Жалуйся сколько хочешь, но я единственный, кто может доставить тебя к ведьме. Окей, отдых мне не повредит. Тихая и спокойная поездка на лодке, то, что нужно. Кто сказал, что поездка будет спокойной? Чёрт. Ну окей, погнали. Все на борт. Блин, я надеюсь, меня ждет маска впереди. Ладно, смотрим теперь. Only forward. Only on forward. Ну как, весело? Хорошо, сейчас будет еще веселее. Сейчас пролагало у меня тоже, если что. Перепрыгиваете. Ох ты ж, ёбдрическо. У нас гости по правому борту. Неожиданно сейчас было, у меня сейчас опять пролагалось, ты чё? Спокойно, блин, держитесь крепче. Держусь. Ой. Собачий ты... Чехол для развлечений. Окей. Okay.
зараза. Я прыгаю, а лодка-то вперед летит. 17 раз уже помер. Надо отсюда где-нибудь бахать. Начинать. Вот нахера ты это делаешь, говнюк? Перепрыгивайте. Сука весельчак. Это волшебная лодка, говорит, что ты ожидал? Блин, говнярик. Я понял. Хорошо, что там масок нету. Ой. Нету же масок там? Ну, вроде нету. Уроди нету. У нас гости по правому борту. И перепрыгивать еще ко всему прочему. Здорово. Ау. Вроде все одно, а такой креативный подход к уровням круто. Как раньше делают. Игрушки, да? На тебе тут и покатушки на этих, как бы, на тележках и покатушки на лошадках. Мы скоро увидимся, понял? И покатушки на лодках. И что хочешь? И вот тебе подерись. Вот тебе огня еще. Боюсь здесь пропустить масочку какую-нибудь. Ну-ка, есть ачивка все-таки поджечь все. Я ее, скорее всего, упустил. Мы на месте. Чаевых не будет, я так понимаю. Я думал, ты обычный злодей, а не полный придурок. Короче, мне кажется, он не довез нас до ведьмы. Хотя нет, вон ведьминские черепки какие-то. Три активности на уровне, по сути. Я думал, будет еще один корабль, но походу вместо лошадки просто дали корабль, потому что нелогично было бы еще раз того чувака добавлять. Нет ничего. Да вроде и там тоже. И все это ради какой-то ведьмы. Надеюсь, информация стоила всего этого труда. Вдруг ачивка на то, чтобы ничего не поджечь. Мне кажется, ну, здесь подлости такой мало. Про креативность река Делькин и Морвинди сейчас разницу относительно Скайрима видят. Например. Что я там ничего особо креативного-то не помню. Самый креатив попер в обле. А чё в море креативного? В море все устаревшее. Типа текста, очень много текстов. Из-за того, что не было еще технологии с этими чекпоинтами там и стрелочками всякими говёными на карте. Все миссии разве что текстами передавались. Типа пойди туда, к тому столбцу на восходе. Тень упадет на северный камень, от него 15 шагов направо. Там постучи немножко по земле, и откроется люк. Типа того. Что там? Я тоже боюсь вот это, Ась, как раз. Блин. Надеюсь, здесь пути еще будет где-то. Маска. Мне тоже боязно, что маску пропустили. В чем дело, птицы? Этот лес, не могу сказать наверняка, но тут что-то не так. Я чувствую магию ведьмы, она близко.
Будь осторожен, один неверный шаг может стоить тебе жизни. Вместо того, чтобы клювом трещать, лучше бы на разведку местности слетал. Я не могу. По сюжетным причинам, не думай об этом, продолжай идти. Мне бы хотелось тебе помочь, но в этот раз ты сам по себе. Опять сломанная стена! Гибкость в магии. Я говорил не креатив дорог, я говорил про интересные механики. Развитие магии более интересное. Система брони, еще что-то отмечал, но не припомню уже. Еще дизайн персонажей, квесты сами по себе разнообразны. Ну, с квестами я согласен. Ой, я понял. Я понял. С квестами я согласен, но с квестами на блы не сравнится. Море. Вот. По поводу персонажей, это вкусовщина. Там достаточно все однородно, я бы сказал. Вроде несколько культур показывают, а они одинаковые практически. Вот, разве что архитектура отличает очень сильно. Не сказал бы, что квесты разнообразнее, честно говоря. Но они гораздо разнообразнее, чем в Скайриме. Их, по-моему, еще и больше, чем в Скайриме. Но это я могу ошибаться. Вот. Механики немножко мне подзаё, которые насчет волка. То, что ты в оборотня можешь превратиться вот на Бладмуне. И вернуть себе обличие можно с помощью этих обелисков санных, которые у меня забаговались, и я не мог их найти. Вот такие механики раздражают. Вот, плюс огромнейшая тонна миссий по сюжету, и не только, где нужно с одного конца. Вот, смотрите, вот это, вот отсюда, вот до сюда. Это минут 15-20, а то и больше реального времени с одного конца до другого конца материка Морвинда пройти. И миллиард квестов. Отсюда пойди вот сюда, скажи что-то. Потом тебя отсюда пошлют сюда сказать что-то. Потом отсюда пошлют сюда сказать что-то. Отсюда пошлют сюда взять что-то. Отсюда пошлют сюда. Это кобздец. Я до смешного вкачал там, что тебе тоже советую, фрикаделька. Левитацию до максимума. Просто я ставил на левитацию чувака, главного персонажа. Был уверенным, что он никогда не упадет вниз. Нажимал на кнопочку, которая автоматически отправляет моего персонажа вперед. И уходил гулять, чай пил, там в туалет покушать, что-то такое. Типа, это натурально полчаса идти, сука, просто больше ничего не надо. Ты типа вот так вот в левитацию уходишь и полчаса идешь на другую сторону. Я реально так делал, я клянусь, это история жиза. А потом я подходил к компу, просто почему я там гулять мог уйти? Потому что я подходил к компу, о, я там подлетаю, круто. Поговорил, опять левитация и в обратную сторону на полчаса. Кобздец. Вот такого там тоже очень много. Это немножко подбешивало. Ед, наверное, сейчас, но тогда не подбешивало. Тогда нет. Так, ладно, я заболтался. Пошли вперед. Да, сука! Да че ты, Джек, останавливаешься-то, дурной, ё-моё. Мог бы по дороге кучу квестов встретить. Это сюжетные основные задания. Я к ним приступил, когда уже все квесты по дороге сделаны были. Там как раз таки никак в Скайриме новых квестов не подкинут. У кого-нибудь есть карта? Алло. Мне кажется, там, где нету ворон, туда идти можно. Может, говорит, не спросить у кого-нибудь?
Айди, айди спроси. Ой-ой-ой. Нет, 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 я понял. Я понял, что туда не надо. Сложнее, чем казалось. Блин, ну может масочку мне какую-нибудь, пожалуйста. Ну вот мы и пришли. Уже близко, Джек. Ей не терпится познакомиться с тобой. Но мне явно не туда. Козла кусок. Блин, мне и не сюда. Черт. Фак. Мне все хочется поиграть в то, что было до Моровинда, потому что я совсем мелким был и не помню нифига. А я не то, что не помню, я в принципе познакомился с Морой. Я прям помню, я в магазине Мир еще существовал такой. Увидел десочек. И с гордостью пошел сразу к другу, потому что он обычно меня с крутыми РПГшками знакомит. Я такой, смотри, 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 какая тема классная, крутая, я уверен, тебе понравится. И мне тоже. И мы, короче, залипли. Это была, по-моему, первая игра именно из РПГ, которую я именно познакомил. Друга того, с которой, точнее, познакомил. А он такой, у меня уже есть. Не-не, он как раз не знал. Можем оставлять хлебные крошки, чтобы не заблудиться. Да не, все ништяк, что ты паришь? Блять, я вернулся назад. Сука, надо было хлебные крошки оставлять. Куска. Идиот. Идиот, батя. Почему ты мне не помогал? Бам. По попке бам-бам-бам. Хорошо, они возвращаются на свои места, да? Сложнее, чем казалось. Еще имхо в море самые крутые руины двемеров, а меня они везде бесят. Маска! Еее! 20-я маска будет наша. Есть контакт. О, собиратель черепов. Сюда. Мы же ничего не перепрыгивали, правильно? Джек, великий Джек вернулся. Я твоя поклонница. Что со мной? Я вот-вот потеряю сознание. Наконец хоть кто-то оценил мое нажитое непосильным трудом наследие.
Говорят, ты знаешь о том, кого я пытаюсь найти. Ты о волшебнике, защитнике человечества. Конечно, слухи быстро разлетаются, знаешь ли. Да, я в курсе. Чё ты о нем знаешь? Ты желаешь узнать его имя? Его имя? Ну да, давай. Ах да, Джек, что угодно для моего кумира. Слушай внимательно, волшебника зовут... Хвать? Что за имя такое Хвать? Не-не-не, ты неправильно произносишь, нужно говорить Хвать! Кирдык, башка. Хвать! Че ты, черт возьми, творишь? Прости, что обманула тебя, Джек, но я в конце концов этому научилась от тебя. Мои собственные уловки против меня. Молодец, Гарпия. Вообще-то я тоже молодец, Джек. Тихо, милый, не перетягивай одеяло на себя. Живо отпусти меня. Боюсь, я не могу, Джек. Я задумала кое-что волшебное, именно ты последний нужный мне ингредиент. Нам нужно идти, дорогая, пока не опоздали. Верно. Едем, едем. Это ужасно, и что нам теперь делать? Мы вернем Джека, пока они его репу не выпотрошили. Она и так преимущественно пустая. Ну как? Знаешь, как Джек запрыгивает и выпрыгивает из своего тела? Да? Что ж, запрыгивай. Кажется, меня сейчас вырвет. Выдвигаемся, выше голову. Да-да. Обалдеть. Это такое идеальное, последний необходимый ингредиент. Два гриба и тыквы, что они будут делать? Тыкву на грибах? О, откуда эта лошадь? Я уже иду, Джек. Ой, бля, конуха. Ау. Да, это реально игра под Новый год, ребят. Мне вообще, когда Филин с Вороном начали придумывать, что делать, мне это Вунш-пунш напомнил. Ау. Я залагала, у меня все лагает, все лагает, все лагает. Мне дико сейчас лагало и все еще лагает. Фак. Не, ну это мне кажется вопрос к оптимизейшн, хз. Дико сильно перегрузило кодировщик сейчас. А кодировщиком является видюха. А в видюхе 11 гигов видеопамяти. 11 гигабайт. Выше. Только на 30-й серии. Так что это, скорее всего, оптимизейшн под этот момент. Игра показывает новый уровень. Да, да. Консоль нового поколения, все дела, да. Под них затачивалась. Комп устарел, сразу видно, не то. Не то, что консоли. Во-во, видите, опять в этом же месте, да. Это момент оптимизации этого места. Да, сука, ну и из-за этого я врезаюсь в эту стену. Ну, камон. И реально опять кодировщик перегружен. Видюха просто разрывает. Подожди, а что если RTX на этот момент выключить? Четырнуть и RTX, и DLSS выключить. И объемный туман выключили. Ну я, кстати... Я не знаю, как вы, а я реально замечаю разницу картинки. Вот сейчас. Типа.
когда резко начал играть без... Она мизерная, но она есть. Не знаю, лучше так или этак, но разница есть, кстати. Без RTX не так все смотрится. Ну, там не только RTX, там еще объемный туман я выключил, вот имейте в виду. И DLSS. Но разница реально есть. Хотел сказать, не сильно вижу разницу, но вижу. Было красивее. Да. Ну, там подлагало, вы видели, да? Опять лагает. Это... Оптимизация. Я вот тупо из-за этого врезаюсь в эту стену. Пока. Че ты... Тихо, че. Все нормально. Лагануло, да, у меня дернуло, да. Глаз немножко в сторону жопы. Натянулся. Блин, главное в дерево врезаться, это не ваншот, а в стену врезаться ваншот. Дерево насквозь, потому что можно проскочить, а стену, увы, ах, нет. Я готов получать леща от тебя. Леща от тебя. Узенько так, как, а? Ой, узенько так. Там, где узенько, там рвется обычно. Тише. Давай, давай только в этот раз. Без порванных узин. И без порванных кузин. Все отлично. Тише. Возвращаем красоту. В смысле, я нажал нет? Да, я нажал нет. Ха-ха, наконец-то к нам пожаловали гости! А всего-то нужно было кого-то похитить. Живо, давайте тыкву. Над каким бы жутким заклятием вы ни работали, вам конец. Смотри, как осмелел. Заклятие? Какое заклятие? Ну, заклятие, грибы, котел, одержимая тыква. Глупая птица, это не заклятие, это наш обед. Ваш обед? Конечно, мы же вегетарианцы. Это похлебка из волшебных грибов. А я, значит, не живой, да? Меня есть можно. Это же настоящее насилие. Ну, да, но тыквы вкусные, особенно одержимые. Вы хоть представляете, насколько сложно найти сочные человеческие души? Да вы настоящие психи. Хоть я и трус, но спасу Джека. Не останетесь на ужин. Останутся. Но не в качестве гостей. Эй, вы же вегетарианцы, алло. Аккуратнее с моим телом, птица, оно новое. Оп. Птица. Будь как шампунь, целься в глаза. Ясно, понял. Но. Хлебника станет полегче. А как мне наверх кинуть-то, алё? О, нормас. Эй, убийство дерева. Это экопреступление. Ой. Больше, больше помощи. Давай, 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 давай. Красные, походу, не надо уж взрывать, да? Да, они бахают меня тоже.
Этот босс прикольный, мне нравится. Всего два удара нужно. Ауч. Покойтесь с миром. Погоди, Джек, я верну тебе твое тело. Какой же ты жуткий. Все, отлично. Гляди, у ведьмы была запасная волшебная палочка. Это волшебная палочка? Хрена себе волшебная палочка. Нормас. Нормас. Сейчас будет заставочка нибудь, да? Какая оплошность. В попытке выследить волшебника, Джек и его пернатые спутники отправились по единственному обнаруженному им пути, ведущему в лес. Поговорив с льстивым торговцем, Джек согласился на невыполнимое задание, надеясь встретиться с могущественной ведьмой. С помощью коня и наглого лодочника Джеку удалось преодолеть нелегкие препятствия, и вскоре, достигнув своей цели, он встретился с этой... А ведьма украла его голову, как пас... А потом они, короче, вдвоем хотели усожрать... И теперь, потеряв след волшебника, Джеку и его спутнику остается полагаться лишь на инстинкты и находчивость. Они пошли на звуки взрывов и выстрелов. И обнаружили город, охваченный войной. Очередной пи***ц. Смотрите в следующей серии. Ой. Так, ну чё? Ой, я привыкаю к нажатиям. Всё хорошо, всё отлично. На этом мы закончим с Джеком. Я сказал, закончим с Джеком. Алё. У Джека просто своё мнение на этот счёт, видимо. Спасибо, Джек. YouTube, все дела. Дальше, короче.